Приветствую вас, дорогие друзья, у меня на канале. Сегодня у меня будет очень простой рецепт салата из капусты, который можно приготовить на каждый день. Хоть каждый день готовьте, очень вкусный и очень простой. Ингредиенты простые, приготовление простое. Вот белок белокочанной капусты я взяла. Думаю, что это много. Возьму половину. Потому что такие салаты следует готовить каждый день, а не на несколько дней вперед. Да? Чем свежее, тем вкуснее, тем хрустящее. В общем, так. И теперь буду эту капусту шинковать. И отправляем в глубокую миску. Как видите, капусту нашинковала. Продолжаю. Шинкую также лук. Тонко шинкую. Таким образом раскрываем и добавляем. А также добавляем огурец. Если кожура у огурца грубая, тогда снимите. Если нет, то вот так же добавляйте. Здесь огурец добавляем в миску. Нам также нужно добавить сюда морковку. Я буду пропускать через вот такую обычную терку крупную. Вы можете через терку для корейской моркови, как удобно. Можете подстать огурцам, нарезать. Это долго. А у нас салат ведь быстрый и простой. Добавляем. Также добавляем зелень. Вот зелень уже определяйтесь сами. Очень вкусно, когда есть и петрушка, и укроп, и кинза. Или хотя бы что-то одно из них. И вообще, знаете, мои дорогие, чем больше зелени, тем вкуснее любое блюдо, любой салат. Если, конечно же, там в рецепте требуется. Мелко измельчаем. Кажется, все добавили. Теперь пришло время добавить приправы. В обязательном порядке в этот салат я добавляю черный молотый перец. А сейчас добавлю пол чайной ложки. Добавляем соль. Добавляем также в обязательном порядке либо лимонную кислоту, лимонную соль иначе, да, либо выжатый лимон. Сейчас у меня дома есть, например, лимон, я добавлю сок лимона. Выжимаем лимон. Всю эту красоту завершаем маслом. Любым на ваш вкус. В моем случае сегодня оливковое масло. Растительное масло можно взять любое. И теперь эту красоту хорошенько перемешаем. Я всегда перемешиваю перчатки. Так удобнее. И да, еще нужно сказать, что капусту я предварительно никак не жму, не жмякаю ее до потери сознания. А вот так вот перемешиваю со всеми ингредиентами. Она у нас и так станет мягкой. Товарный вид тоже поменяет салат, если будете капусту предварительно жмякать. Вот так. Красота. Так вкусно пахнет овощами. Скажу я вам, очень разыгрывает аппетит. Прям хочется наложить в большую тарелку этого салата, взять хлебушек любой и сидеть на диване. Вот так сегодня я вас вдохновила на приготовление такого осеннего вкусного витаминного салата. Я думаю, что многие уже готовят, знают этот рецепт или что-то недодобавляют в салат. Мой вариант вот такой. Так что воспользуйтесь им.
Морковка чуть-чуть покрасила капусту, и тем самым еще аппетитнее стал выглядеть салат. Все, теперь подаем. Там мой гургенчик уже ест, и ему так вкусно. Угу. Смотрите, какой красивый, красочный, богатый салат, да. И вы посмотрите, сколько здесь у нас промокашки. И вот такой вот очаровательный салат у нас получился. И, конечно же, попробую. Посмотрите. Умеем мы уже друг друга понимать, да? Вы, наверное, там говорите: «Азочка, как же острый перец!» Да с удовольствием, я очень люблю остренькое, очень. Только такой салат, естественно, будут есть мои дети, а им острое нельзя. Так что я добавлю свою часть. Вот прям съела и думаю, гургенчик хватит чавкать? Думаю, вот сюда бы остренького перца. Кстати говоря, можно и обычный перец добавить. Сейчас еще так попробую. Вкуснотища. Это самое вкусное. Все. Ну вот действительно, самое простое и есть самое вкусное. Очень вкусно. Ну просто. Вот хочу, как уже сказала, сесть на диван, наложить себе горочку и смаковать. Вот так вот, мои хорошие. Обязательно и вы пробуйте. Готовьте для своих любимых и родных. Радуйтесь жизни. И просите Бога о самом лучшем на мире. Нам всем сегодня очень не хватает мира и покоя. Все, мои дорогие, хочу с вами теперь попрощаться и поблагодарить каждого из вас за ваше присутствие на моем канале, за вас, за всех, за то, что вы такие замечательные. До новых очень вкусных встреч!